Торжественный митинг «Вахта памяти», посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в столице Камчатки. Собравшиеся почтили память воинов, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. В торжественном митинге приняли участие студенты, представители российских судотрядов и молодой гвардии, а также юноармейцы и волонтеры. Если мы не будем помнить наше прошлое, без этого не будет будущего. Мы всегда должны помнить об этом, взрослые, и напоминать молодежи про этот великий день, День Победы. И в этом году еще мы связали мероприятие со специальной военной операцией, чтобы ребята понимали вот эту преемственность поколений. Что ветераны Великой Отечественной войны, они как бы для нас отвоевали победу, а сейчас ребята воюют, и они ее сохраняют. Участники митинга возложили цветы к памятнику-монументу жителям Камчатки, павшим смертью храбрых в боях за независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Добавим, вахта памяти стала уже традицией. Она ежегодно проходит в Парке Победы в краевой столице.